Ну чё, всем снова здрасте. Как и обещал, поищу, найду прогу, которая осилит запись НФСки с телефона. И нашёл, ребята, нашёл. Сейчас давайте попробуем на какой-нибудь гоночке я запишу. Всё это дело выкину, посмотрю, сильно ли или нет YouTube порежет качество, и от этого уже будем отталкиваться. Так, звук игры у меня даже не слышен толком, а вот у вас как раз проверим. По идее, все хорошо должно быть. Так, графон, по идее, тоже как нормальный должен быть. Ай-яй-яй, далее. К сожалению, программа окошко выкидывает, но я сейчас постараюсь его настроить сверху, строчечку вот эту маленькую. Она, конечно, не мешается, я могу видео обрезать сверху, но зачем? Смысл? Так, ой, я что-то даже открыл на субарище. Ну, движок могу вытащить, точнее блок цилиндров. Но я его не вытащил, и у меня 62 тысячи. Охереть! Вот это круто! Закрываем сраную рекламу. Сейчас пойдем кейсики откроем. 15 штучек. Либо я на эти бабки могу вкачать Порша. Да, я вкачаю себе Порш. А хотя смысл мне его вкачивать, мне его пока что вытаскивать неоткуда. Так вот, опять выскочила иконочка. Ну ладно. Сюда открываем 5. Что у нас тут? Датчик дроссельной заслонки. Неплохо. Может и пригодится. Чертеж форда, ну это такое себе. Ох, ох, кайф. Блок цилиндров зато отсюда выпал. Бля, тут Порш больше не падает. Чё за нахер, а? Где мне его брать? Мне ездить не на чем, кошмар. Короче, смотрите, я вам покажу гараж. Надеюсь, качество позволит нормально тачки показать, а не пиксельными, блин, как я в прошлый раз. Чтобы вы понимали, я за сегодня видосов штук 15 запилил, и ни один из них нормально не записался. Вот такой вот фордец. Очень красивая графика здесь, конечно. Давайте по основным, наверное, тачкам пробежимся, что бы я хотел показать. Ну, Субарь. Он не вкачан, но он мне просто визуально нравится. Он прикольно выглядит. Круто получился. Дальше у нас BMW, наверное. А, не, его Volkswagen у меня есть, на котором я андеграунд прохожу. Вот такой у меня Volks. Дальше у нас BMW. Бэха и Ford, вот этот Fiesta ST-шка, который, они идут чисто у меня для тюнингованных гонок. Тут вот уже даже фиолетовая деталька на бэхе стоит. Вот такая у меня BMW. Красивая на самом деле. И чё у меня? Ну и любимая моя Subaru. Где она? Вот она. VRX STI. Максимально прокачана уже. То есть все, что можно было с ней сделать, уже сделано. Черный хром. Все дела. Ну, красивая тоже прям. Мне зашла. Это не последний бодикит. Последний очень говенно смотрится. Мне нравится вот этот раздутый. И я получил по миссиям за 500 километров дрифта. Вот здесь. Получил Ford Mustang. Сейчас я вам его покажу. Вот на. Это чудо. Это тачка Ken Block.
короче. Ну, если интересно, загуглите, посмотрите, как он на ней наваливал. Это прям, конечно, бомбезная тачка. Перист, надпись долбанная. Так. И вот вчера я открыл себе Порша, которого теперь придется качать. Вот. Так что вот такие пироги. Ладненько, ребятки. Всем спасибо, кто посмотрел. Я буду очень рад, если все это сейчас окажется в хорошем качестве. И если вы это видите, это окажется, значит, в более-менее хотя бы нормальном качестве. Всем покедова.